Добрый день, дорогие братья и сестры. Я священник Анатолий Киселев, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Затоне, город Уфа. Говоря о воспитании детей, мы, наверное, должны вспомнить, что само слово «воспитание», «педагогика» – это то, что берет свое основание еще в древнейшие времена, в греко-римской цивилизации, когда педагог – это был тот детоводитель, тот нянька, который провожал ученика, ребенка из богатой и знатной семьи для занятий в школу и провожал его обратно, по пути выполняя какие-то необходимые заботы об этом ученике. И вот детоводительство, собственно, есть та педагогика, которая направляет, подсказывает, исправляет что-то. Поэтому, говоря о воспитании, мы действительно понимаем некий процесс, который совершается на протяжении долгого периода времени. И вот здесь, конечно, важно, говоря об этом, заложить основы еще в самом раннем детстве, когда ребеночек еще совсем маленький, лежит в кроватке, и вот тут уже мы начинаем свою педагогику. Очень важно, чтобы дитя, еще лежа в кроватке, потихоньку открывая глаза, вставая, начиная ползать, потом уже совершая первые шаги, держась за свою же кровать, видела, что его родители ведут благочестивый образ жизни. Ведь важен пример. Не то, что мы ребенку потом будем говорить очень много слов о том, как не стоит себя вести в этой жизни, что можно нам, что нельзя, каким нужно вырасти человеком, прививать ему какие-то добродетели, учить нравственности, духовности, конечно же. И все это может остаться просто наносным, внешним, формальным, который может, как вот нанесли покрытие, тут же оно через какое-то время тоже и стерлось, улетучилось куда-то. Поэтому важно быть примером своему ребенку с первых дней его жизни. И действительно, мы видим, какая разница, когда ребенок видит, что его родители молятся, проявляют заботу и внимание друг к другу. Когда же они видят обратное, то, конечно же, они не смогут потом воспитаться, стать совершенно другими людьми по сравнению с тем, что мы хотели бы в них видеть. Плохой пример, он, к сожалению, тоже очень серьезно влияет на человека, и тем более маленького ребенка. Поэтому то, какие слова мы произносим, как мы себя ведем, все это в целом является действительно тоже педагогикой нашей. Поэтому мы должны следить прежде всего сами за собой. У нас часто в школах устраивают родительские собрания, на которых говорят о детях, об их неуспеваемости, их поведении. И при всем при этом мало кто задумывается о том, что прежде всего нужно говорить с родителями о том, что и как устраивается в их семье, потому что от родителей зависит именно воспитание их детей. Поэтому личный пример, молитва, церковь, участие в таинствах – вот что мы можем порекомендовать. В то же время у нас есть замечательная икона Пресвятой Богородицы Воспитания. Я надеюсь, многие знают об этом образе Богоматери, к которому можем обращаться, читая особые молитвы, в том числе акафист, прося помощи в воспитании своих чад. Божья Матерь является той Матерью, которая сама родила, выносила, родила, воспитала нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому, конечно же, кому как ни к ней можем обращаться в молитву, в помощи в воспитании своих чад. Это особый труд. И, вспоминая слова Феофана Затворника в его книге «Путь ко спасению», будем помнить, что если мы маленькое деревце, саженец, посадив, видим, как оно кривое, можем его выправить, поставить колышки, подвязать его и направить так, как нам нужно, чтобы оно выросло прямым, то это не заставит нас особо напрягаться в том, чтобы выправить этот маленький ствол. Но как только это дерево вырастает, ему исполняется 15, 10, 20, 30 лет, сложно этот ствол как-либо свернуть, сдвинуть с места. Поэтому, конечно, что говорить. Воспитание – это детская пора,
Поэтому всем пожелать хочу сил, помощи Божией в воспитании чад именно в детстве. Помоги всем, Господи.